Полицейские установили личность возможного курьера. Им оказался 18-летний гастролер, который приехал из соседнего региона. Оперативники вычислили, что он находился в Сафоновском районе. Стражи порядка немедленно выехали туда. Уже поздней ночью молодого человека задержали в одном из спальных районов города. Подозреваемого досмотрели и нашли в его рюкзаке наркотическое средство. Это был героин весом 200 граммов. Он был расфасован в более 100 свертков. Преступник планировал сбывать его бесконтактным способом на всей территории Смоленской области. В отношении подозреваемого следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Сафоновский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Максимальное наказание, которое может получить наркодилер – лишение свободы на срок до 20 лет. В данное время он заключен под стражу. Ирина Нурматова, Александр Ерофеев, Десна ТВ.